Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и я рад вас видеть снова в суперпрыжковой лиге. Ну что ж, ребята, продолжаем, сегодня мы попробуем новые виды прыжков. Точнее, это будет у нас и потасовка насчет команды, я не знаю, потому что тут написано скоро и в событии тоже скоро, но потасовка уже точно есть. Поэтому давайте, ребята, мы с вами пока один на один для разминочки. Но, насколько я помню, у нас эти арены открыты, да? Только нужно заплатить, по всей видимости, денежку, да? 25-35 монет. У меня, как видите, 1500 есть. Можно, в принципе, да? Финальный раунд. Прыгай, чтобы победить. Давайте-ка начнем, пожалуй, да? Кто нам тут достанется? Ну-ка, дайте мне нормального противника. Ух ты, прекрасный день для твоей смерти, говорит мне какая-то бабка с повязкой на лице. А, я же еще в прошлой серии купил себе курицу. Так, ну что, Джон, давай посмотрим. А, черт подери, как он меня быстро. Первая кровь, хорошо, он открыл счет. А, ну-ка, дайте-ка. Блин, мне эта курица, с одной стороны, не очень нравится. Блин, она... затормаживает мне прыжок. Я даже не рад, что она у меня сейчас есть. Черт подери, стоит. Смотри, какой Джон ловкий, а. Прыгает как неугомонный. Бабуля, успокойся, а, ёлка. Так, на... да что ж такое-то. Я не могу просто поймать. Оу, нет. Ну только нет, ребят, ну как же так. Слушай, бабка-то какая злючая, а. Ну, чё ж, я не могу ничего поделать, ребята. Проиграл так проиграл. Поздравляем, тебе удалось достичь уровня 3. А уровень 3 нам, по-моему, что-то дает, да? Если я не ошибаюсь, то он нам открывает потасовку. Ну, мы к ней вернемся чуть-чуть попозже. Дайте мне вначале, как говорится, размяться, разогреться. Потому что, как видите, дела у меня идут не очень хорошо. И, ё-моё, Франкенштейн в очках. Хе-хе-хе, бой насмерть. Ну, поехали. Посмотрим, как у нас здесь будут обстоять дела. Есть, первую кровь я открыл. Так-так-так, тихонько. Не надо буянить, эй, братуха. Как ты высоко поднялся. Ну-ка, а, чуть-чуть мне не хватило, чтобы его подбить. Ребят, чуть-чуть буквально. Ну, хрен с ним. Так, будем поджидать его здесь. Тихо-тихо, вот нельзя, чтобы он прыгал выше меня. Этого нельзя позволять, потому что он не может приземлиться на голову, и тогда я проиграю. Ай-яй-яй. Рискованно здесь, ребята, рискованно. Блин, ну что такое, вот как в воду глядел, что сейчас прыгну, и он на меня приземлится. Нет, это дело совсем хреновенько, ребята. Так, ну-ка, о, отлично, сладкая месть. Ну да, действительно, сладкая месть, нет. И победа, ну вот, вот, ребята, это уже ближе, как говорится, к теме, к нашей. Чтобы мы побеждали и, соответственно, зарабатывали деньги и проходили с вами дальше. Все, отдохни, братишка, а мы, пожалуй, я не знаю. Можно еще разок сыграть, конечно, в угол улицы. Так, и кто нам здесь достанется? Ну-ну-ну-ну, не томи, давай быстрее. Оу, ниндзя, какой-то ниндзя у нас здесь. Так, ну ладно. Так, посмотрим, что он делает. Ну, ничего особенного, просто прыгает. И, как я вижу, хочет до меня добраться, гаденыш. У нас внизу здесь есть курица. И он ее схватил, гад, а? Так, сейчас будет мне компенсировать, наверное, мозг здесь. Я пока здесь подожду. Ну-ка, ай, надо было прыгать на голову, а не дурковать. Я же выжидал там что-то. Так, будем здесь сейчас подлавливать его. Так и будем, что ли, друг? Ого, как он высоко взлетел. Блин, ну, как говорится, кто кого перепрыгает здесь, получается, у нас, да? Так, тихо-тихо. А смотрите, у нас тут, оказывается, я раньше... Во, первая кровь, вот это хорошо, ребята. Ну-ка, главное не растерять свое преимущество. Да иди ты отсюда. Все, отлично, ребята, ниндзя спекся у нас. Ух, чистая победа, ни одного поражения я от него не получил. Замечательно. Да-да-да, иди отсюда, ниндзя. Пошел вон, как говорится. Так, ура, чемпион. Обычный Брайт Вольт получает 5-й уровень. Ребята, 5-й уровень я получил. А это означает, что мои дальнейшие пути поворачиваются куда захотим. Кроме, конечно, как сюда. Потому что здесь нужно все арены разблокировать. Но здесь я этого покупать не буду. Можно, в принципе, за донат его открыть. Можно финальный раунд, да. Давайте посмотрим, что у нас здесь за ринг.
Опять же, повторюсь, у нас один на один пока идет. До потасовки еще время дойдет. Ай. Опять нам достается Франкенштейн, которого звать Мастотекс. Ладно. Ну, давайте. Ой, как же я лопухнулся, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Я прекрасно видел, что он прыгает туда. Ладно, игра все-таки динамичная, шустрая. Не всегда успеешь уследить. Не дай бог в сухую, а? Иди отсюда. Нет, ребят, сладкая месть. А что случилось? Сладкая месть, я не понял. Что произошло? Че ты радуешься-то, ё-моё? Я просто не понял, как я погиб. Я вроде бы ничего такого не задевал. Хм, а победу признали почему-то ему. Странно очень это все. Ну что, ребята, давайте посмотрим с вами потасовку. Это у нас получается 4 игрока одновременно на одной карте. Так, и кто у нас тут? Альфа-аллигатор. Кто следующим будет? Ага, олененок. И четвертый это у нас будет. Так, я не понял, кто это. Похож на лук? Ладно, неважно. И у нас, ребята, горящий картофель. Помните, да, что нужно избегать динамита. То есть тебе его могут передать, но у тебя есть какое-то время, чтобы его отдать другому игроку. И пускай он взрывается с ним. Так, ага, отлично. Они там пока тусуются, у меня есть время здесь переждать. Опа, куда? Куда ты мне повесил его? Эй, иди сюда. О, лух. Ё-моё, поджимает время, ребята, поджимает. Давай, иди сюда, во, передал, успел. Также, ребята, когда можно на него... Да какого лешего вы опять не отдали его? Также, ребята, здесь есть такая фишечка, что когда игрок с динамитом бегает, если ему прыгнешь на голову, то его можно оглушить. Там буквально на 2 секунды. Но, тем не менее, это дает тебе небольшое преимущество, особенно если он находится с этим динамитом. Так, нас уже тут трое всего, да? Так, аллигатор, уйди от меня. Так, лук, пошел вон. Отлично, лук взорвался. Так, и он продолжает с динамитом там бегать. Надо чесать отсюда. Блин, отдали, елки-палки. Срочно возвращаем. Так, иди сюда, аллигатор, на. Блин, сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй. Как мне не фартануло. Сейчас они будут от меня, конечно, тут убегать. О, отдали, отлично, смотримся подальше. Вон там, пускай лук и аллигатор дерутся между собой. А мне и здесь хорошо, да, останется? Отличненько. Так, пошел отсюда, нечего тут бегать рядом со мной. Держись подальше от меня. Гад, отдал. Блин, успеть бы, не-не-не-не-не-не. Зараза, а. Ребята, у меня с луком по одному хп. А это очень плохо. Будем пока здесь стоять с вами. Я надеюсь, этот аллигатор сюда не побежит. Он решил вот так вот. Все. Лука нету, теперь остался только я и аллигатор. Угу. Только у аллигатора все жизни, все хпшки, а у меня последние. И это не есть хорошо. Так, ладно. Теперь у него всего две жизни. Ну давай ты прыгай. Тут главное, ребят, постоянно прыгать. Это напоминает мне, знаете что? Игру, которая есть на ПК, называется... Move or die, двигайся или умри. Вот что-то такое. Ну, в упрощенной более-менее версии такой, но не менее забавной. Ай-яй-яй-яй-яй, куда ты? Вот зря, конечно, я сделал тот прыжок затяжной, двойной, с динамитом в руках. Надо было просто прыгать вниз. Ну, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Хорошо, ладно. Аллигатор радуется. Так, часики тикают у нас здесь. Опять же, горящий картофель. Подбор идет. Оу, бабка, знакомая бабка, уже без повязки. Так, пришелец, тоже такого мы с вами видели. И кто еще будет следующий? Ага, понятно. Ладно, давайте, ребята, не подкачаем, не подведем сами себя. Так, где тут кто? Я не вижу. А, вон он, пришелец с динамитом. Так, пускай пока там прыгает, а мы вот здесь вот постоим с вами. Так, теперь у нас этот. Average. Не понял, а кто сейчас взорвался? А, бабка. Ясно. Так, опять Average с динамитом бегает. Отдает пришельцу. Пришелец отдает бабке.
И бабка взрывается, отлично. Мы пока живем, мы просто здесь отсиживаемся. Чем больше мы хп себе оставим, тем будет нам лучше в финале. Так, давай-давай, там пришелец, дерись с этим дуралеем. Кто погиб? Ага, Average. О, динамит-то у меня, елки-палки. Что-то я тут стою-прыгаю. О, пришелец, иди отсюда. Давайте там, разбирайтесь между собой, как хотите. Только меня не трогайте, мне здесь спокойно. Так, минимальный перевес. Опять мне всучили его, а? Вот, видели, ребят, сейчас я был оглушен. Пришелец, иди сюда, я сказал. Да ну, бабка, молодец. Фак, фак. Дерьмо. На последних секундах меня еще и оглушили, блин. О, пришелец, иди. Блин, да что ж ты будешь делать? Да иди сюда, во. Во, смотри. Да ё-моё, сейчас взорвется, блин. Ай-яй-яй, ну отдай ты. Хрен, что получается. Вот так тебе и преимущество, блин. Было 3 хпшки, осталась 1. Буду здесь тусоваться подальше от этой всей неразберихи. Так, отличненько. Слушайте, у нас, я смотрю, пришелец лидер. У него все жизни целые. И он здесь еще бегает. One not. Так, давай, бабка. Взорвалась. О, пришелец, все, надо текать. Не получилось. Гад, вот он что делает, смотри. Да елки-палки, еще оглушает меня. О, отдали, успели. Так, отлично. Хорошо вышло. Ага, динамит у меня, блин, надо догонять этого лунатика. Да куда ты, о. Да черт бы тебя побрал, а. Ты собака, блин. Ребята, очень было мало времени. И как видите, динамит сработал у меня в лапах. Ух, но тем не менее, я уже вроде бы немножко разогрелся. Так, что у нас тут? Ну, давайте, наверное, еще разочек сыграем, да? Часики тикают. Довольно прикольно. Так, робот у нас здесь. Следующим у нас кто будет? Оу. Кто это такой у нас? Я так понимаю, кабан или дракон? Скорее всего, кабан. И надо же, олененок. Average. Он поменял себе скин. Ладно. Артека у нас тут еще. И Дир-Дир. Ладно, меня это не волнует, кто там Дир-Дир. Я буду вот здесь прыгать. А, нет, надо сматываться отсюда. Все, олененок с динамитом бегает. Мы сейчас будем вот здесь вот, опа, тусоваться. Нафиг надо. Кто там грохнулся у нас? Average, понятно, да выделывался. Так, стоим, ждем. Такая вот заваруха. Минимальный перевес. Так, и кто у нас опять Average? Надо же, он сейчас, по-моему, у нас из игры вылетит. Ну да, все ему отдают динамит. А, робот, не тупи, что ты делаешь там? Отдавай быстрее ему. Да, дуралей, что сделаешь? Так. Такая, блин, там это возня у них. Ну, кабан правильно делает, или дракон, я так не помню. По-моему, это кабан с рогами, хрен его знает. Вот. Бегает по самой... Эй, отойди отсюда, ты мне здесь не нужен. С своей взрывчаткой. Ой, ё-моё, отдали. Нет. Успел. Да ладно тебе, да что ты делаешь? Вот упыри, а. На последних секундах они мне динамит сучили. Блин, сколько у меня? У меня-то сколько хп, я не вижу себя. А, 2, отлично. Еще терпимо. Ну, Артека, я смотрю, полностью у нас здоровый. Вот он. Ах ты, гнида. Так, иди сюда. Не убежишь. Я больше уверен, не убежишь. Вот теперь можешь прыгать. Блин, опять он мне отдал. Опа. Подколол я его, отлично. А, динамит у меня. Надо срочно отдать его Артеку. Во. И теперь сматываемся отсюда. Черт, да ладно тебе. Блин. Еще и провалился. О. Круто. Вот сейчас было просто идеально получилось у меня. Так, у нас Average и Артека остался, да? Ну-ка, иди сюда. Прыгать, гад, по мне еще оглушает, а? Оу, ноу, ребят, не, ну как так? Ну какого хрена он меня оглушил? Все, по-моему, я тут сейчас продую нафиг. Да что ж такое-то, он прям в воздухе возле меня крутанулся и отдал мне динамит этот же. Иди отсюда. Все, сматываемся. Так, Артека сейчас, да, все, его, по-моему, не стало. И у нас только я и Average. Главное тянуть время и вот здесь вот.
Ой-ой-ой, вот этот лук, когда... Тихо. Так, давайте поехали. Отлично! Есть! Победа! Я просто протянул время, и он взорвался с этим динамитом к ядре Нефени. Замечательно, что я могу еще сказать? Неужели? Дир-дир там психует. Че там? Молотком своим бомбит. Так, а что у нас тут? Речной берег. Речной берег. 40 монет стоит. Удар в лицо. Этого пока у нас не открыто. Так, блин, команда. Это скоро будет у нас. То есть игра еще, ребята, обновляется. Как понимаете, это свежий релиз. Ладушки. Так, давайте посмотрим с вами, что это за речной берег. Уж очень интересно посмотреть, что это за карта. Ох, ничего себе, самурай-то какой крутой. Так, лук опять этот. Или не лук, я даже не знаю, кто это такой. И еще один лук. В общем, монстрик какой-то. Угу. Ждем здесь. Ну, как я вижу. А как мне интересно вот туда, на самый верх запрыгнуть? Ох, я не... А, ребята, я-то тут жду с динамитом, а здесь надо, оказывается, уже на голову прыгать. Вот в чем заключается фишка. Вот я дурканул. Все, будем знать. Оу. А, тут вода. Ну, хорошо, мы не тонем. Ладно. Иди сюда. Эть! Черт, подловил он меня. У меня одна хпшка, ребята. Это очень плохо. Очень опасно. Так, так, так. Давайте вот сюда поднимемся. Лучше, когда ты наверху. Сладкая месть. Там кто-то кому-то отомстил. Но главное, меня не трогайте. Я здесь постою себе спокойненько, тихонечко. Хорошо, что-то там ругается. Что это? Колесик? Колесик какой-то. Тихо, вот здесь вот. Ай, подловили меня, уроды. Уроды подловили. Ну, правильно, вдвоем там зажали, гады. Так, и выигрывает у нас Колеси. Ладно, что это тут? Закривлялся, ё-моё. Блин, вот мы лопухнулись-то, а. Но я получаю, ребята, 6-й уровень. Так, до следующего мне 160 нужно опыта. Сейчас в данный момент 120. Ну, такими темпами, я думаю, быстро мы с вами доберемся. Поздравляю, тебе удалось достичь нового уровня. И это все, конечно, очень хорошо, но мы будем с вами бегать с динамитом. Горячий картофель. О, бабка такая носатая. Лук Супермен. И кто у нас четвертым будет здесь? Ага, опять же инопланетянин. Ладно, давайте для сугреву попрыгаем здесь. Так, у кого динамит? Не вижу. Ага, у Лука Супермена. Ну, якобы Супермен. На самом деле, Лашпен. А пришельца прикольно, когда оглушаешь, у него этот шлемак с головы падает. Он сидит его там поправляет. Так, ну-ка, бабка, иди отсюда. Не нервируй меня, муля, как говорится. Так, где? Здесь нет никого с динамитом. Лук там бегает, все. Бабки отдал, и бабка погибла. О, динамит-то у меня уже в руке. Иди сюда, инопланетянин. Как говорится, отдал подарочки и быстренько по смаркам. Ну, бабуля. Так, не подходи ко мне. Все. Бабуля сдохла. Кто там у нас дальше? Кто следующий? Ага, у пришельца. Альфа-аллигатор. Кстати, альфа-аллигатор уже был у нас, да? Да, я помню его, был он. Только с другим скином. Так, кто у нас там? Колеси, Колеси прыгает. Кстати, у нас все старая компашка здесь прыгает. Крови Нави Апоссум. Это у нас какой-то новенький. Такого не было. Да уйди ты отсюда, а. Так, отойди, отойди, отойди от меня. Срочно сматываемся. Он с динамитом отдал мне его, блин. Ну, обратно надо всучить ему. Тьфу ты. Звездец какой-то просто-напросто. Да уйди от меня. Да, блин. Просто понимаете, когда в прыжке вдвойном, особенно друг с другом прыгаешь, там одновременно и отдаешь, и тут же сразу получаешь его обратно, этот динамит поганый. Поэтому нужно как бы отпрыгивать желательно, не рядышком тут прыгать. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть бы сейчас бы и к нему бы прикоснулся. Так, отвали от меня. Опа, отлично, пришелец готов. О, динамит-то у меня. Иди сюда, луковица. Сматываемся, блин, что есть силы. Давай, давай, ну взорвись, ну пожалуйста. А фигли, взорвись, у него еще очень много хп. Так что тут надо как-то. Надо подлавливать. Где он? Вот он, ловим его. Иди сюда, отлично. Передали эстафету и сматываемся отсюда. Пускай он там бегает, дурила.
Отлично. Все, ребят. Тут, как говорится, сейчас или я, или он. Третьего не дано. Нет, не смог он допрыгнуть отсюда. Все, он потерял преимущество во времени. Сейчас я вот здесь буду просто прыгать, и он взорвется. Есть! В принципе, это было предсказуемо. Хорошо. Сейчас я опять на доске почета. Вау! Стою на первом месте. А вы там стойте и нойте. Он бабка с одним зубом. Ну что, давайте, наверное, уже добьем, да? 400 этих монет здесь. А это нам нужно еще два боя выиграть. Так, кто у нас тут будет? Робот. Ага, пришелец. И... ну? Оу, такого еще не было, не помню я. Бородач. Рыжий ус. Ну, понятно, что сбегайте бомб. Ну, там эти два дурачка между собой пока дерутся, а мы здесь с вами попрыгаем спокойно. Пришелец с роботом, что-то все не поделят. Так, пришелец, иди отсюда. Не надо тут прыгать. Все, готов он. Так, у кого динамит? У робота. Так, надо от него убегать. Так, они там... робот и бородач что-то между собой там дерутся. Друг другу его отдают. Но, походу, да... усатый проиграл, мы отдаем роботу, он мне опять отдал. Блин, иди сюда. О, и сматываемся. Вот я его сейчас наколол. Тихо, тихо, тихо. Не надо, минимальный перевес. Да фигня это все, не мини... Воу, динамит у меня. Ну-ка иди сюда, усатый. Иди, говорю, сюда, блин. Бегай, это тебе подарочек, блин, на Рождество. Что ты тупишь, уже подпрыгнуть не может. Так, ладно, он проиграл. Единомит все равно у него, он с ним так и бегает. Так, что они там между собой утворяют? Все в кучку что-то собрались. Тут лучше стоять подаль от них, чтобы никто тебя здесь не мог... Ага, во, во. Уходим, уходим, уходим. Этот пришелец One Not бегает здесь. Пускай он там дуркует. Хорош глушить, блин. Понимаете, когда тебя оглушили, хоть это и идет там 2 или 3 секунды, тебе могут всучить спокойно динамит в этот момент. Ну-ка, отдать надо, отдать кому-нибудь. О, робот, бегай на здоровье, мне не жалко. Так, они опять между собой там подрались маленько. Так, решили завалить от меня подальше. Будем вот здесь стоять. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Да какого хрена? О, беги отсюда. С горящим пуканом бегай, придурок. Так, аварейч опять у нас здесь. Да отвали ты, блин, вот о чем я и говорил. Ага, получилось мне все-таки ему сучить обратно этот динамит. Так, 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 тихо, тихо. О, нет, нет, ой, подловили ребята. Ну ладно, хорошо. Одну хпшку отняли у меня. Так, ладно, перепрыгиваем нафиг. Сейчас главное убежать от него. Так, вот здесь вот. Потусуемся здесь. И победа, ребята. Ух, сладкая победа. Так, ну что, нам еще, видимо, нужно одну победочку сделать, да? И мы с вами закроем эту арену полностью. Ну-ка, да. У нас 300 монет, а нужно 400. Ух, была не была, как говорится, продолжаем. Кто у нас тут будет? Ох ты! Новичок у нас здесь. Дир-дир. Так, One Not. И Average, наверное, как обычно. Ну да. Слушайте, интересно, а это вообще хоть игроки? Может быть, это боты какие-нибудь, ребят? Играю с ботами здесь. Да нет, навряд ли. Если ищет, значит, это реальные игроки. Потому что с ботами я сомневаюсь, блин, чтобы там что-то искало. Так. У кого динамита не вижу? А, у луковицы, как обычно. Так, теперь Франк там бегает. Теперь это, девочка. Все, она отбегалась. О-о-о, тихо, тихо, тихо. Иди отсюда. Я представляю, да, самый такой момент, ребята, когда динамит уже красненький, ну вот-вот, видишь, что он взорвется, и когда возле тебя никого нет, ты готов, я не знаю, выкинуть его, а он не выбрал. Эй, лук, о, Франк, лови, это тебе подарок. Да ну нафиг, вот луковица подосрала, а, глушила меня, о, все-все-все, да ёпта красоты, о, отлично. Взорвись нафиг. Готов. Так, эта луковица еще и с крылышками здесь летает, ангелочком, ёпта красоты, прикидывается, а. Так, у девчонки, у Дир-Дира динамит только что был. Там Average, они между собой, как обычно, это все делят. Никак не поделят. Опа, Франк, иди сюда. Не подходи ко мне.
держись от меня, в конце концов, подальше. Слушайте, а вот если эту игру хорошо так... О, тихо-тихо, блин, да как так-то? Если за нее хорошо взяться и начать ее, как говорит, развивать, здесь можно сделать даже не хуже, чем в Movie Die. Можно очень много режимов здесь включить, да? Игра ничего от тебя не требует. Прыгай, подкалывай своих соперников. Вот и зашибись. А тем более там, помните, будет у нас командные бои. То есть мы можем набирать команду, видимо, в дальнейшем. Уже заранее. И уже соревноваться. В общем, мы будем за ней немножечко периодически следить, что в нее будет добавляться. Я надеюсь, вам она тоже понравилась. Если понравилась, ставьте лайки, чтобы я ее чаще обозревал и чаще про нее вам рассказывал. Так, ну и, соответственно, чтобы мы играли, росли, развивались. Игру эту можно скачать с Play Market. Так что дерзайте. Кто ее найти не может, я не знаю по какой причине, но я ее именно оттуда скачал. Так, иди сюда. Ну, взорвись нафиг. Так, не подставляемся, не подставляемся. И мы сейчас выигрываем, ребят. Есть. Круто, что я могу сказать. Все, мы эту арену с вами полностью, по идее, открыли или закрыли. По-моему, мы ее закрываем все-таки. И нам нужно будет переходить куда-то дальше. Да, все монеты собраны, то есть... Нет, мы можем здесь играть, как вы видите, мы будем получать трофеи и опыт, если продолжим играть именно на этой ареночке. Давайте с вами посмотрим, что нам будут выдаваться за трофеи. Так, о, бабка с татухами, нормуль. Неплохо придумали. Так, это у нас Терренс, альфа-аллигатор. И кто еще? Халиси. Тоже мы такого, кстати, не видели чувачка. Новый персонаж у нас. Какой-то усатый бородач, но уже без шапки просто. Так, бабка. Бабка за мной охотится, да? Но не тут-то было. Кстати, это новый у нас персонаж. Эйтил. Его такого не было еще. По крайней мере, не Дип-Дипа этого, Дир-Дира нету. Не Аверенджа. А уже совсем новенький. Так. Да валите отсюда. Вот, правильно, правильно. Не до викинг, иди там вот, подыхай. Так, бабка у нас теперь. Слушайте, мне бы, конечно, тоже бы хотелось бы получить новые скины. Но каждого персонажа, я так понимаю, приходится прокачивать по отдельности. То есть, если я перейду на какого-нибудь другого, мне... Оу, тихо. Бабка, держи, подарок тебе на Новый год. И каждого персонажа... Да ладно вам, о, иди сюда. И каждого персонажа нужно раскачивать заново. То есть, да какого лешего динамит-то у меня? А, понятно, взорвался там туда. Иди сюда, вот так вот, бабуля. Вы уж там между собой его делите, как рождественскую уточку. А мы вот здесь вот с альфа-аллигатором постоим. Бабка, я тебе опять отдаю. Что ты не хочешь получить свой подарок, ё-моё. Так, заваруха у них там. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну взорвись, викинг. Отлично. И у нас получается что? Альфа-аллигатор у нас с двумя хп, да? Тихо, 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 бабуля, отвали от меня. Бабка у нас с одной хп. И я с тремя, то есть мне еще дамага не наносили. Минус бабуля. Так, вот теперь мы с этим чудиком будем тут делить, как говорится, первое место. Эй, опа, отдал. Отдал я ему, сматываемся. Так, аллигатор, вали, вали от меня. Четко все было. Так, и у нас с вами еще одна хпшка у аллигатора. А у меня, как вы видите, все целенькое. То есть довольно неплохой перевес. И я думаю, что он ничего с этим сделать не сможет. Он даже меня не поймает. Я почему-то в этом даже не сомневался. Очень тяжело поймать одного игрока здесь, когда ты остаешься один на один. Потому что он прыгает, и выловить его очень тяжело. Так, ну... Оу, ребята, смотрите, я расту как на дрожжах. У меня уже 7-й уровень. Так, что здесь? 100 монет можно получить? Да? Получил 100 монеточек я. В придачу ко всему. Так, речной берег. Удар в лицо. Там еще арен. Обалдеть сколько. Для Бравл 45, а где вот эти вот карточки брать? Я пока ума не приложу. И там еще какие-то порталы. Все это будет у нас дополняться.
Ох ты, выиграны трофеи. Я в ранге даже повысился. Ребята, у меня бронзовый ранг. Второй причем. Ух. Так, давайте-ка бесплатное вращение. Вдруг нам выпадет новый скин какой-нибудь, да? Хотелось бы, конечно, его получить. Ну почему не бабку? Блин, 10 тысяч, ну это тоже, я думаю, неплохая такая сумма. Пуск 10 карточек. А у меня как раз есть 10 карточек, ребята. Давайте запускать. И вы не забывайте, что здесь скины есть золотые, серебряные и бронзовые. 400 монет, ну это фигня. Так, ну а тут уже 20 каких-то, я не знаю, кристаллов нужно тратить, которых у меня нет. У меня всего их 3 штучки. Ух. Так, а это у нас что такое? А, видео смотреть, чтобы разблокировать награды. Нет, не хочу я сейчас смотреть видео, тем более 3 штуки. Как-нибудь я и без этого обойдусь. Так, а вот, ребята, у нас все эти чувачки. Видите, тоже можно. Ого! Карлос, коллекция. А у меня 42%. И здесь 0. Это мой первый самый. А, легендарный. Они отличаются по цвету все. Ясно все, ребята. Ну что же, я думаю, что на этом я буду завершать свой выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставим лайк. И увидимся уже с вами в следующей серии в новых видосиках. А на этом все. Всем пока, удачи.